Это я. Я? Hello, поздоровайся. Hello. Hello. Это обзор на баню. Короче. Здесь стиралка. Нет, подожди, я сама все буду рассказывать. У нас в бане, у нас есть в бане душ. Еще стол. Для пыла и класса. Полотенечко. Вот сам душ. Вот, это кабина. И там лейка. Все, Маргарита. Здесь такая вот дверка. Она на кубике. Она очень маленькая. Заходим в самое интересное. Это парильня. Ты будешь снимать отсюда, от порога. Я буду все рассказывать. Ты будешь поворачивать камеру. Пон. Это у нас печка. Тут мы греем воду. Тут вода есть, но только она холодная. Здесь еще вода. Главное, здесь только... они холодные. Вон и там. Вот они на подставках. Вон мочалки. Вот наш стульчик, по которому мы залазим туда. Потому что мы боимся упасть. А тут как бы скользко и в паринке, да? Скользко. Все, я ухожу. Тут у нас мыло. Так все. Обзор на баню готов. А, и здесь у нас это, как оно? Это не пылесос. Это не пылесос, это. Это мы не показали, дрова мы не показали. А как это называется? Вот это, кстати, я не знаю. Ой, швабра. Это швабра, а это? Это кипятильник. Кипятильник. Вот кипятильник, вот кипятильник, а вот швабра. Швабра. Это где можно на руках стирать. Здесь паутина. Здесь вот какая-то фигня. Здесь щетка, здесь метелка. Еще метелка и совок. Я уже вам показала. Это у нас стиралка. Но мама с папой привезут другую. В смысле? Да, ту, которая у нас в шванере. Это табуретка, лавочка, там еще лавочка, вот еще лавочка, вот еще лавочка. Саша, да почему ты так снимаешь? Надо по-другому снимать. Здесь наши игрушечки. Здесь стол. Короче, теперь я продолжаю быть оператором. Пойдемте во двор.